Всем привет, ребята, меня зовут Илья, и сегодня мы поиграем в Doors. Ребята, в последнее время вы набираете просмотры по Doors, поэтому я для вас сниму еще. Я проходил. А зачем я тогда писал, кому помочь пройти игру, вы издеваетесь? Так, ищите батарейки мне. Батарейки ищите. Если посмотрите мой ролик. Ребята, вы, кстати, тоже можете, ребят, попасть в ролик мой рандомно. Как вы можете попасть в ролик рандомно? Ну, то есть я обычно пишу, кому помочь пройти игру. Поэтому, ну, пользуйтесь. Так, каминчик. Да не убегайте вы. Сейчас сам уж будет и сдохнем все. Вы лагаете у меня. Что-то. Я бегу в дальние шкафы. Так, ключ искать. О, что-то было. Так, я пока, ребят, полутаю. Раш! Пошли. Картины меняем. Так, кто-то сдох, наверное. Так, куда? Ребят, я перемотаю этот момент. Чувак пишет, я обманул игру. Я не знаю, как, ребят. Так. О, хорошая комната. Ну, я даю тебе залутаться. Поэтому, хочешь, лутай. А, бери. О, у меня тоже зажигалка, кстати. Бери. Так, тут Тимати сейчас поди будет. Не знаю, ребят. Ладно. Можно заснять, ребят, в поисках Тимати. И такой ролик. Как вам, ребят? Пишите в комментариях. О, нет. О, нет! Ключ не тут, я его не слышу. Так, тут нету в этой комнате. Так, а насколько? Все мы трое, что ли? Или кто-то уже покинул? Давайте посмотрю, ребят. Нет. Трое, да? Я что-то не вижу. Сейчас, ребят, опять на полу такой валяется ключ. Я просто удивлюсь, если он опять на полу валяется. Да где? Значит, в этой комнате. А где еще? Ну вот, не долутали, конечно. Не понял. А где ключик? Плохо лутали, значит. Нас трое. А, вот он. Пошли. Я первый. Открою. Ура, я первый. Хе-хе. Прикольно. Так, ищите батарейки мне. Так вы можете определиться со шкафами? Господи, ребята, они просто определиться со шкафами не могут. Господи, а где еще? Девочка. Зачем ты девочку потерял? Мы девочку потеряли. У меня все лагает. Извините, ребят. Ну так ты куда? У меня батарейка. Ничего, это пахнет гличем, если что. А, нет. Или ее уже ты пахнула. Да не, вряд ли. Опять? Да вы серьезно? Ну чего? Ну ладно, ребят, я поищу пока. Не обращайте, ребят, на некоторые звуки дома, если вы услышите. Ну, ничего страшного. Давайте идем. Мы спидранируем. Зачем ты в шкаф залез? Пошли.
пошли. У меня что-то, ребят, подбагивается игра. Ты что, витаминку выпил? Ребят, видите, у меня какие-то баги. Ну ничего, сейчас. Ничего, ребят. Скрича нету. Закрыто. Не, уже все. Ты пахнул ее опять. Уже глаза. Блин, бедная девочка, ее тут пыхнула гличем два раза. Сик. Мало пока. Пошли. Оп. Мануэл графика. Двери открывайтесь, главное. Черт! Не открылись. Я, ребят, волнуюсь не из-за самого побега, а из-за дверей. Она сдохла. Девочка, нет! Девочка, нет! Маша, 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 ну как? А понял. У кого-то еще поцепнул скрич, я слышал. Так, ключ я вижу, ребят. Если что. Ну иди ко мне. Я все делаю за вас. Я же про. Ребят, перемотаю момент до 50 дверей. Псыкает. Кстати, ребят, псыкает. Ну давайте, ладно, уже не буду перемотывать, уже 47-я дверь. Я перемотал немного 3 двери. Ну, ребят, тут все равно уже сейчас особо такого ничего не будет. Поэтому... Да. Дверь, ты чё? Садись. Садись! Ребят, я книгу слышу. Ребят, не знаю, как книги, я книгу слышу. Вот она. Я там книгу слышал, но не видел. Так, тихо-тихо, аккуратней, пожалуйста. Она тебя сейчас заметит и съест. Я перемотаю, ребят, тоже этот момент. Ребят, я открыл дверь. Ай, блин. А чё, у тебя челлендж сидя, что ли? Каждые 10 секунд приседать. Тут ключ. Да, реально ключ, ребята! Как я угадал? Пошли! Я нашел ключ с первого раза. Главное, я еще угадал каким-то образом. Так, я батарейку подобрал.
Да, ребят, прикольно было. Ой. Главное, чтобы Джек не был. У меня лагает, ребят, жутко что-то. Ой, господи, какие у меня лаги. За что? Ребят, я чувствую, меня сейчас выкинет. Свет! Ты выжил. Блин. Ну извини, я убегать не буду. Да ёлки. Ну ты... Где псы? Он говорит, я на последней секунде успел. Тебе повезло, что Джека не было. А, тут не, я хрена фонарик включать. Тут уже свет есть. Залезай! Мы с шкафами, ребят, не можем определиться. Почему всегда темная комната после раша? Я тебя подсвечиваю. Поэтому не надо говорить, что я что-то там, да что-то. Я тебе даже очень сильно помогаю на 50-й двери. Да ёлки. Я не пошел, ребят, потому что я боялся, что сейчас опять раш будет, он там стоит, пишет что-то. О, сюда, сюда. Так, что не подсвечивается мне, ничего. Не знаю, ребят. Да иди ко мне. 12 минут прохождения. Ну, плюс я там перематывал, ребят, моменты всякие ненужные. О, ребята! У меня сейчас что было? Я залез в шкаф, раш долго летел. Меня хайт начал выкидывать, я вылез. И я слышу звуки раша. Я онемел. Я слышу звуки раша. И я такой, думаю, я быстро залежаю в шкаф. Если бы Джек, то все. Я этот момент... Ладно, ребят, я буду снимать всякие моменты. Ну, я просто чуть-чуть хотел перемотать. Я обосрался. Ой-ой-ой. Свет. Светик. Так, я слышу ключ. Так, я поменял свою зажигалку на новый. У него, наверное, меньше половины зажигалки. Ну, ладно. Ой, так, я подумала, ребят, я не снимаю. Вот, видите, ребят, меня хайт рано выбрасывает. Я, конечно, вообще... Я залез слишком рано. Я просто боялся, что Джек будет. Хотя Джек, он редкий, ребят. Мне показалось, что там раш. Где? Это что это за комната? Подождите-ка. Это с ключом? Не го... Да ну не. Стой. Черного света. Черного света. Ребята, сейм ждем. А вон и путеводный свет. Так, о. Блин, фонарь вообще, ребят, подсвечивает очень плохо.
Да, ёлки, ну за баги какие. Какие баги, ребят. Ужас. Сейчас по-любому будут темные комнаты. Их будет много. И нам капец. Ну что ты не ставишься-то? Ну ёлк-макарёк. Оп. Пошли. Давай. Принимаем друга. Ребят, почему у меня всегда в Дорсе, если мы играем с кем-то? А, все уже? Сик? Так рано? Уже? Так глаз вообще почти там только одна комната с глазом. Так, у меня витаминка, ребят, есть. А что так лево-право, лево-право? Лево-право, лево-право, ребят. Господи, что это за двери лево-право, лево-право? Как легко. Сали. Ну вот, не успел. Ну вот. Неужели, ребят, мы с кем-то пройдем игру наконец-то? Блин. Ребят, я давно с кем-то именно не проходила игру. У меня фонарик. Не волнуйся. Сейчас сам уж будет самый быстрый в мире. Свет был? Здесь нет. Уже не будет, ура. Или нет, нет, ребят, будет на 97-й. Не будет, вы чё? Пошли. Пошли. А кто дверь-то открыл? Это не я открыл дверь. Так, я вперед зажимаю. О! Чуть-чуть забагаю себе. Ой-о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 й. Я, кстати, урона не получила сегодня. Квест, да я сам. А ты стой там. Только не веди ее сюда, фигуру. А то я не знаю, что я с тобой сделаю. Перепутала, ребята, фигура будет бежать, значит. Блин, капец. 8, 5, 3. Так, ну тут-то все правильно, ребята. Я выполнил. Побежали! Молодец! Побежали! Мы прошли игру, ребята! Ну, наконец-то! С кем-то хоть прошел. Ну что ж, ребята, вот такое прохождение. Так я завершаю свой ролик. Не забывайте, ребята, ставить лайки, подписываться на канал. Ну что ж, всем пока!